Итоги контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие текущего года подвели в прокуратуре Ненецкого округа. При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина было выявлено почти 2000 нарушений закона. 52% приходится на социальную сферу. Сложившаяся внешнеполитическая обстановка и введение в отношении Российской Федерации экономических санкций потребовали от прокуроров сконцентрировать усилия на неукоснительное выполнение законов в экономической сфере, в том числе поддержке предпринимательства, целевого и эффективного использования бюджетных средств, осуществления закупок, реализации госзаказа. В текущем году особое внимание будет обращено на дорожную сферу. Сейчас здесь сосредоточены огромные средства федерального и регионального бюджетов, поэтому прокуроры будут осуществлять надзор за их целевым и эффективным расходованием. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на участок дороги Нарин-Марусинск, строительство, а также строительство дороги Тельвиски, на которую уже потрачены огромные бюджетные средства, но дорога в непригодном состоянии, фактически на нулевой стадии строительства, что потребует и уже заложены 18 миллионов на создание проекта. Повторного проекта на строительство данной дороги. Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры остается работа с обращениями граждан, восстановлением прав в социальной, жилищной и других сферах. Прокуратурой округа также организована работа по обеспечению в регионе законности в сфере ценообразования на социально значимые продукты питания. Приоритетными направлениями прокурорского надзора остаются исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение законодательства об образовании, защита имущественных прав детей и сирот. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».